сейчас минуточку буквально. Ну что, быстренько начнем, продолжим, да? Начнем, продолжим, завершим. Ну, поздравляю всех, да, с тем, что мы успешно движемся к завершению каталога. Теперь, смотрите, да, давайте быстренько сначала по планам, потом некоторые моменты обговорим. По планам. Ну, теперь все, дитё уехало, отправила, можно спокойно сидеть. А то она мне периодически по утрам тут высказывает, что я громко разговариваю. У тебя, говорит, какие-то там собрания по утрам. Я говорю, у меня планерки, все по расписанию. Вот. Дальше. Раскидываю объявления, работаю с откликами, с теми, которые были откликами, работаю. И еще раз сегодня обзваниваю всех новичков, которые были, пришли. Вот. Это по итогам этого каталога, которые пришли, с ними еще раз созваниваюсь. Так, дальше остальные по планам точно так же. Давайте быстренько. 400 объявлений группы. Как раз. Еще работа с откликами. 10 презентаций, 2 регистрации. Обгон структуры. СМС-рассылка. У меня пока притормозилась. У меня вышел лимит СМС. Еще другие способы. Через интернет, может быть, пока отправим. Вот. Дальше у меня... Сейчас, секунду, я открою. Я план писала вчера. По поводу СМС-рассылки. Может быть, через... Так. У кого очень шумно, микрофон просто выключите на время. По поводу СМС-рассылки. Может быть, мы ее через день будем делать? Ну, у меня такие получается. Я, например, вчера, если не отправила свою зону ответственности, я если сегодня новую получаю, да, я это добавляю вчерашние фамилии и отправляю человеку, если какой-то день я там пропустила, да. Вот. Ну, там, понимаешь, там же чем больше фамилий, тем ближе смс, тем больше за одну уходит смс-сообщений. Да. Ну, продолжу. Обзвон, короче, структуры. Я вчера, Лен, позвонила твоим. Угу. Вот. Обучение свое собственное. Это книги, вебинары, практикумы. С утра уже послушала второй урок, 10 уроков. Для того, чтобы, ну, написать по заданию смысл, да? Повторила. А также по возможности посещения вебинаров. Ну, акцент все-таки на 21 час. Там, где для менеджеров идет, да, и слушать практикумы. Сегодня у меня в планах еще, то есть ввести в регулярную, начну сегодня, пополнение новыми видео своего YouTube-канала, раскрутка, начну, развитие личного бренда, но это как минимум один пост тоже надо делать, пока у меня это не очень получается. Пятиминутка с моими ключевыми бизнес-партнерами, у меня получается... Из новеньких только сейчас Аделина адекватно будет, надеюсь, реагировать. Потому что Егор вчера уже слился. Мне вчера написал, что он какую-то подработку нашел, уезжает в тайгу, там не будет интернета. В общем, понятно. Да. Ну, 5 минут с наставником. Все, мне по плану на сегодня все. Успеть бы. Свет, а можно... На вопрос, ты созвонилась с этими девочками, они ответили, не ответили? Я, те, кто ответила, я написала в табличке, таблице. О чем с ними поговорили. Да, посмотри. Там одна не ответила, да, одной я не так и не, ну, в смысле, я, по-моему, не помню вот сейчас, если я ничего не написала, значит, я собралась ей звонить, и тут у меня пошли отклики с перезвоном. Так, по поводу презентации я помню, я текстовое сообщение уже наполовину набила. Ну, свою, как я презентацию свою сейчас делаю. Текстом. Потому что голосом каждый раз я где-то что-нибудь забываю говорить. Поэтому на презентацию все-таки текстом я сделаю. Да, хорошо, дальше. Люди.
Да, у меня по плану сегодня посты в соцсетях, так тоже у меня подписка в Инстаграм, минимум 500 подписок, вот, потом рекрутинг в ВКонтакте методом лайков. И попробую, как Марина Лосикова работала, попробую так тоже поработать. Вот, просмотр практикумов, вебинаров и переписка с друзьями по поводу работы. Хорошо, дальше. Таня убежала, что ли? Вероника, да, у нас? Так. Тань Коршунова, у вас как там Да. дела? Ну, не всегда ловят у нас. Да, ясно. Получается Такое. по чуть-чуть рекрутировать хотя бы час-два в день. Тань, вы можете, ну, на знакомых Наташи, например, да, выходить. То есть проводите им презентацию. Вот возьмите в бриллиантовой команде в ВКонтакте, в чате, есть текст презентации, то, что Татьяна Кравченко дала. Она работает только с теплым рынком. Ну, можно распечатать, там переписать себе, как удобно, да. Вот, можете выйти, ну, как бы, да, выходить на знакомых Наташи, пока вы там. Вы там ведь, да, правильно я понимаю? Да, Ага, вот. То есть на ее знакомых выходить там, да, с одним сегодня встретились, чайную встречу провели, чаю попили, печенюшек покушали и заодно про бизнес рассказали завтра. Вот так вот. Ну, то есть по ходу дела, специально даже никуда не собираясь, но по ходу дела. Вот, попробуйте. ладно, Хорошо? хорошо. Так, Вероника, у тебя как? Тишина. Ладно. Итак, девочки, да, идем дальше. Смотрите, напоминаю, да, что у нас, ну, каталог завершается на этой неделе, поэтому все недоделки вот сейчас максимально включиться, да, у нас остаются также действия, это рекрутирование, сопровождение новичков, вовлечение, сопровождение новичков. Да, ЛТО все сделали, поэтому ЛТО следующего каталога, думаем, уже, да, про этот каталог уже не думаем. Ну, и у кого есть дозаказы, их дозаказываем. Смотрите, да, ну, можете себе зафиксировать где-то. То есть, напоминаю, что мы хвалим, да, у нас есть такая обязанность, скажем так, для менеджеров, это хвалить. Хвалить своих партнеров, да, хвалить. Нам всем приятно, когда нас хвалят, поэтому хвалим. За что мы хвалим? Сегодня будет такой отдельный, ну, отдельная информация выложит, после обеда будет, да, за что мы хвалим. Поэтому как бы здесь можно прям не специально не записывать, просто напоминаем, да, новички. Не за каждый пройденный уровень там, да, а именно за обучение пройденное. Дальше, за то, что первый шаг стартовой программы, например, сделал, да, за 100, первый раз 100 баллов сделал, за 150 сделал первый раз, там, 250 сделал в первый раз, 250 сделал в первый раз, включили сразу в платиновый клуб, в чат платиновый клуб, соответственно, там уже совсем другая информация идет. То есть вот за это хвалим. Обязательно хвалим тех, кто приглашает, да, в первой регистрации там, да, или неделю в бизнесе уже две самостоятельные регистрации. То есть вот такие моменты. Вот, хвалим, например, да, хочу похвалить там Сидорову Машу за то, что у нее уже есть два бизнес-партнера, она пришла в команду там 2 недели назад, активно развивается, рекрутирует. Ну, вот такой вот характером. Понятно, да? Вот, даже дальше. Ну, первые вебинары, первые скайп-планерки, выступления на вебинарах, особенно новички, если это мы отмечаем обязательно. Сами помните свои ощущения наверняка, насколько это было страшно, волнительно, да, первый раз даже выступать на вебинаре. Вот, а насколько было волнительно для нас, когда мы сидели на кухне у Светы, да, и смотрели, как вы первый раз выступаете на вебинаре. Вот, поэтому вот эти вот свои первые ощущения, ну, не теряйте их, да, вспоминайте, как тряслись коленки, руки, голос, там вот все. И хвалите своих людей тоже за выступление, ну, на вебинарах. Дальше. Мы
хвалим, да, когда человек становится менеджером. Ой, хрусталь не бьем. Кто там посуды гремит или чем? Вот, хвалим, да, когда человек становится менеджером, да, это уже очередная ступенька, это новые функциональные обязанности, поэтому за это хвалим, включаем, добавляем в чаты для менеджеров, то есть вот Таня Селла еще чуть-чуть осталось туда добавиться, скажем так, да, поэтому, то есть вот эти вот моменты не забываем хвалить. Дальше, следующий момент. Так, на что обратить внимание летом сейчас, да, то есть есть такая закономерность, Эдуард очень часто о ней говорит, и вообще, это как на даче, на огороде, то есть те, кто летом поработают, у тех осенью будет однозначный результат, вот, это уже как бы проверено многолетней практикой, то есть что значит летом, ну, как бы, да, поработать, то есть летом очень активно рекрутировать, создавать поток людей, новый поток людей создает новую энергию, да, вот новый виток в развитии. Поэтому летом очень активно рекрутировать, и летом как раз вот набирать себе команду, скажем так, да. К концу лета, вот как получается, что осенью результаты, да, прорываются люди. То есть вот смотрите, летом, когда мы рекрутируем, как раз у нас июль, август остались. То есть человек-новичок, он примерно за это время успевает обучиться, получить навыки, получить результат, становится менеджером и осенью уже активно включается. Понятна закономерность? То есть человек, который сейчас пришел, он к осени уже мозгами созревает и понимает вообще, что к чему. Вот, поэтому сейчас максимально включиться в рекрутинг, потому что это приведет к росту всех. Вот, а мы помним, да, что мы все во взаимосвязи, мы в цепочке, у нас, ну, невозможно одному только делать, мы все работаем в команде. Дальше, активность в соцсетях. То есть вот на это тоже обратить внимание. Для себя можно сделать, например, там, ну, то есть каждый день 1-3 поста. Ну вот мне 3 тяжеловато, но 1 пост, в принципе, нормально, да, разные посты, ваши размышления, там, да, результаты. Опять же, мы не делаем все подряд про бизнес, у нас есть, кроме этого, другая жизнь, про детей, про отдых, там, не знаю, про все. Вот, поэтому один пост минимум в день. То есть для кого это тяжело, вы можете составить себе контент-план, то есть расписать на неделю, в какой день, какой пост вы выкладываете. Вот это понятно, да? Вот, поэтому вот эту вот активность, один пост в день обязательно сохраняем. Дальше для себя зафиксируйте. Сегодня в 3 часа дня, да, 12 июля в 15:00 будет прямой эфир в Инстаграм Эдуарда Васильева. То есть можете подключаться, задавать вопросы, слушать. 15:00 прямой эфир в Инстаграм Эдуард Васильев. Кто еще не подписан, подписывайтесь. И полчаса прямого эфира, полчаса с предпринимателями называется этот прямой эфир. Информация еще будет, но чтобы вы уже знали. И в воскресенье в 12 часов в Чебоксарах будет, ну, в Чебоксарах это живая встреча, для остальных это будет онлайн-трансляция тоже будет, ну, такая закрытая своя, да, там не на большую аудиторию, именно для ключевых партнеров. Воскресенье в 12:00 встреча с Натальей Эдуардом. То есть те, кто из Чебоксары, ближайшие регионы, приезжают сюда, остальные подключаются онлайн. Понятно, да? Вопросы? Тишина, и мертвые с косями стоять. Выключили. Что говоришь? Микрофон, говорю, выключила. Вот, и как партизаны прям все. Вот. Ну что, вопросов нет? Нет. Так. Света Камкина, останься, пожалуйста. Ладно, буквально 2 минуты больше. Ага. Все, тогда остальным успешного дня. И еще напоминаю, у нас в ВКонтакте есть чат по рекрутингу. Интересные варианты своих, там свои рабочие страницы можете туда добавлять, да, с которых вы рекрутируетесь. Интересные варианты всяких переписок, голосовых сообщений можете туда скидывать, чтобы делиться друг с другом. Хорошо. Окей? Да. Все, сами посмотрите, каких страниц у вас там нет, и сами-сами добавляйтесь уже. Либо скрины делайте. Гриша вчера выложил скрины доходов, поэтому можете использовать. То есть выложил ссылку на группу, где есть эти скрины. Можно использовать. Ну что, тогда все.
Ну да. Успешного дня всем. Удачного дня, хорошего дня. Давайте на связи. Пока-пока. Пока.